Уже в самом начале боя я не поехал на линию средних танков, за что получил звание оленя в чате. Дело в том, что у противника всего один средний танк, остальные тяжелые и ПТ САУ. Большая вероятность, что вся война будет либо на точке А или на центре карты. Да, я мог бы остаться на мосту, но ведь союзная команда была бы далеко и буквально не смогла бы мне помочь. Казалось бы, я легкий танк без брони и ХП, но в таких боях вам это и не нужно. Я поймал момент, когда противник отвлечен или на перезарядке, смог прорваться в пустую область и заставил врага либо крутить башни или просто впитывать в себя свой комариный урон. Здесь я стал максимально полезный, я как шило в заднице полностью испортил настроение ИСУ-7 и дальше уже взялся за неповоротливую черепаху. Если перед собой вы видите тупик или позиционную перестрелку, просто меняйте направление и ищите место, где вы будете полезны.